Вот это Муси. Привет, Китюнечка. Будь здорова. Ты чё? Пошли покушаем. Пошли. Пошли, мой Китюнечка. Давай, по прямой. Шагай. Ну, давай, давай, давай. Я же зато... Ты шамбабу меня про... Пошли. Давай. О, она знает дорогу. Вот по этой дорожке мы идем на кормежку. Я поэт. Пошли, 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 пошли. Сейчас вот это уголок, когда дождь, снег, мы здесь кормились. А сейчас уже травка зеленеет, солнышко блестит, и вон там наша поляна. Мусь, давай. Мусюнечка. Лапушка сидит на лавочке. Ожидает. Давай, шагай. Так. Давай выберем самую чистую травку. Вот, например, вот здесь вот. Вон синенькие цветочки, видите? Рыжий. Кс-кс-кс-кс. О, малюська. Молодушка. Молодушка. Вот это вот молодушка. Кс-кс-кс-кс. Пох, молодушка. Похожа на Мусю, да? Чуть-чуть. Такая пятнистая, чуть-чуть лохматая. Кисочка. Может, это мама и Дотя? Без понятия. Такой истории не знаю. Так. Цветочки. Здесь даже цветочки. Так. Сейчас мы цветочки. Посмотрим цветочки. Мусь. Мусечка. Ты цветочки закрыла. А ну давай подвинься. Видите, вон, цветочки. Вот там вот цветочки. Ну ладно, сейчас мы покушаем. Молодушка, давай. О, компания. Рыжий. Ты ж друг, да, наш? Это компания друзей. Мусечка. Видите, вот это вот. Вот это такая компания. Муся самая большая. Вот рядом молодушка такая. А вот это рыжий. Хвостиком вертит. Рыжий. Рыжий, ты на страже, да? Ну давай. Кс-кс-кс. Мусечка. Кс-кс-кс-кс-кс. Давай, рубай. Рыжина, и ты печеночки покушай. Ой, вы мои лапушки. Собрались на травке на солнышке. А мы сейчас идем в поход в лес. В другой лес. Ух! Вот это вот малышка, что около Муси. Такая маленькая. Точно, наверное, родичка Мусина. Я вас охраняю. Вы куда смотрите? Никого нет. Так. Сейчас у меня там еще есть запасы. Масечка. Кисенечки. Так. Мусь, ты что-то слабо. Что-то ты слабо. Сейчас малышка у тебя все стырит. На, а у меня там еще есть кусочек. Так. Сейчас я вас еще поделю. Опа, опа. Муся, давай спокойненько кушай. Не отвлекайся. Вот сейчас я тебя... Объедят. Рыжик. Давай, давай, работай. Ешь, ешь, на все зубы ешь. Не отвлекайся. Малышка. Мусь, ты чё? Видите, у нас уже вот такие цветочки. И это фиалка. Как это ни странно, вот этот цветок, это фиалка. Так, может, Муся чуть-чуть? Мусь, ну ты совсем. Тебе надо витамины. О, а это же печенка. Мусь, я ж тебе мягенькая, давай. Рыжий, а ты шо? Ой, рыжий накушался. Это удивительно. Обычно он такой голодный. А вон там Борислав на горизонте. Свои, свои. Свои.
Оденем. Запечатли меня на память о моих котах. Открою питомник. Питомник. А рыжий, он уже пошел. Рыжий. Там рыжий пошел. Уже смылся, да. Никогда под машину не попали. О, как это все. Волнительно. Это Муся. А это малышка, что я говорю, наверное, родичка Мусина. Согласись? Ну, не. Ну, это пушистая. Ну, троюродная Муся. Сестра. Муся вот пушистая, а это просто пятнистая. Но она же троюродная шерсть сестра. Шерсть обычная. Малышка. Они не хотят, они не голодные. Я? Они тебе жалко? Уже съели. Тебе жалко? Не, они уже съели сервелатные колбаски. Нет, печеночные. Кто-то их печеночные колбаски. Они уже не любят мясо. Смотри, елка. Они сами разберутся, пошли. Чуть-чуть еще. Все. Масечка. Да. Так, масечка. Никого нет вокруг, типа. Не масечка, врагу. А мусечка. Мусечка. Мусечка, масечка. На тебе ключи твои. Рука у меня грязная. Малая кошка. Слушай, это такая интересная. У ней уши белые внутри. Ага, а глаза у ней, знаешь, какие? Зеленые. Салатного цвета. Зеленые глаза. Кисюлечка. Давай я тебе глазки сфотографирую. Видишь, как у Муси подбирают из-под Мусиного этого личика. Ну, что-то она перепуганная какая-то. Знаешь, это потому что ешь все. Дергается, не ест, она не голодная. Она уже покушала. Давай мне сюда, я ей глазки сфотографирую. Спасибо. Ничего страшного, переживет. Малышня, посмотри мне в глаза. Ну сейчас я свет. И свет, и сейчас не будет отсюда видно. Окошко себе поверни, чтобы было удобно. Не по. А листочек пролетел, испугалась. Представляешь? Ты смотри, что снимаешь. Вот будешь снимать траву, то люди будут. Я вечером просто видела у глаза у этой малышни. Я таких глаз вообще не видела. Светло-салатового цвета у этой вот. Ну, на солнышке ничего не видно. Все, надо против солнышка. Масечка. Кисюнечка, ты куда ползешь? А там мясо. Масечка. Под тобой мясо. Малюсечка, тебя, наверное, никто не гладил. Сейчас стали такие блестящие. Конечно, мясом кормить-то будет блестящий. Такая смешная. Мясо, тоже будет блестящий. А ты и так уже блестящий. Ой, Муся, ты чего рычишь чуть-чуть на нее? Это же ее кусок. Под тобой мясо лежит. Да не мясо, это целлофан. Это мусор. Масечка. Посмотрите, какая она красавица. Масечка. Можно забрать себе? Красавица 2016. Можно забрать себе? Да. Он на обратной дороге идти заберет. Любосечка. Пошли, пока солнце светит. Масечка. Это наш кулек? Какая красивая. Конечно, наш идет в поход с нами. Какое тяжелое это название. Здесь поход, если ты тут тяжести тягаешь. Что тут такое? Зачем ты это надумаешь? Какая она красавица, боже мой, какая она красавица. Ой, прямо сейчас перекинется на бок. Борь, придумай ей имя. Придумай ей имя. Муся, пятнистая. Ты пятнистая, это примитивно. Пантера. Ой, это слишком высоко для нее. Пантера. Слушай, а где ее фуст? А че она фуст так поджала? Боится. Может, ее не махвоста обрубали? Да нет, между ногами фуст. Первый раз вижу, чтобы кошка так фуст зажимала. Малышка, ты чё? Где твой фуст? Есть у ней фуст. Не поняла. А где ее фуст? Аж сюда торчит. А чё там?
Ну все, заканчиваю. Кино, вот сильно длинное кино, не даем ничего. Покажи свои глазки. Такую хлопусечку. Ну покажи свои глазки салатные. Ну покажи. Покажи свои глазки. Мусечка. Ну ладно, я вечером посмотрю на твои глазки. А ну давай отсюда посмотрим. Нет, давай не так. Ой. О, красавица. Красотулечка. Так, кому ж тебя отдать? Куда ж тебя пристроить? Никому не надо, кошечка. Такая хорошая. Ага. Молоденькая. Такие глазки у нее салатные. Как листья салата. Хвостик появился. Ну все, пока. А то походу не поместится во времени. С ним, может, там будет кошка где-то. У меня есть еще. Ну пока-пока. Давайте тут дружненько. Но Муся шипит даже на эту малышню. Хотя сначала вроде не шипела. Малышечка. Вот, сидят. Сидят. Кись. Видите, как шарахаются? Шуганые, дворовые. Там колесо взорвалось или что. Резкий звук. И не он шарахается, как листок мимо пролетал. Они обе как шарахнулись. Просто листочек летел сухой. Муся, что, ты голодная еще? А у меня еще есть. Ух, Мусь, малышка. Кыса-кыса, вы что? Мусечка, ползет Мусюнечка. Ну ты ж не будешь как Ника, да? Ты ж не будешь драться со всеми, кто тоже рядышком. Хлопусечка, пережила зиму. Короче, Борислав пошел переобуваться, потому что слишком жарко. Муся проверяет пакет. Там еда, типа котлетки, и она, видимо, слышит запах. Муся, печенка, что тебе не нравится, да? Давай тебе печеночки еще дам. Муся, на. Печенка что? Она же натуральная. Давай, натуральненькая будешь, да? Ну давай. Сейчас. Давай, Мусечка, давай. Сейчас я тебе достану. Так, что за кино будет? Мусь, видите, вот это вот Муся, она уже акклиматизировалась. Где ты, Муся? Красавица. У Муси сегодня хороший аппетит, очень хороший. Она просто схватила большой кусок печеночной колбасы, типа паштета, и чуть ли, ну так нежно лапками. Она его, может, и не съест, но полизать она его хочет. А та малышка сидит рядышком. Уже такие акклиматизированные. Прям вылезла на колено. Все заизморала. Та вот малышка с такими глазками. Такая лапусечка. Это, наверное, редкий случай, что у Муси такой аппетит. Именно не то, чтобы она голодная, они уже покушали нормально. Она не голодная, но ей пошло сегодня. Пошла по прямой печеночная колбаска. И она прям вылезла мне на колени и двумя лапами так активно схватила, что я решила лучше отдать. Потом разберемся. Кисюля, как тебя назвать? Вот. Может, кто-нибудь скажет какое-то красивое имя, соответствующее той молоденькой кошечке, той малышке. Малышка, молодушка, кс-кс-кс-кс.
Давай, как мы тебя назовем? Салатик? У ней такие глаза, вот сейчас не видно солнце. Вечером я видела просто салатного цвета, ярко салатного цвета. О, а это опять Борислав. Привет. Привет. Дубль номер два. Дубль номер два. Пошли. Так. Мусь, ну все, я вас оставляю. Надеюсь, не подеретесь до вечера.